выходим. Идеи мы всегда рады заслушивать. Так. Ребят, я надеюсь, это последнее. Если кто-то еще там сейчас что-то придумал, поднимите руку вот прямо сейчас. Нет? Нет? Отлично. Да. Какое-то время, ну, совершенно непродолжительно, я занимался настройкой achievement-системы в некоторых браузерных онлайн-играх по знакомствам. И знаю, что у разработчиков часто не хватает опыта, чтобы замотивировать людей достигать сверхсложной ачивки. То есть понятно, что, ну, условно, если разделить ачивки на 4 класса, да, легко, средне, сложно и корейский уровень, вот, то примерно легко получать половину, среднее 10%, сложное 1%, ну и по ниспадающей. Есть мысль, что на каждый из этих уровней будет выделяться определенный банк, составляется смарт-контракт, который рассчитывает распределение денег между игроками, которые достигли определенной ачивки. То есть, условно, призовой фонд, например, уровня легко 100 тысяч рублей, 50%, соответственно, каждый человек, который пройдет все ачивки уровня легко, получает 200 рублей. Ну и, соответственно, по восходящей. Это будет мотивировать людей для того, чтобы достигать самых сложных ачивок. Это будет и геймификация, то есть красивая какая-то картинка на сайте, и либо во внутренней валюте, либо в какой-то конвертируемой валюте они будут получать бонус. Ну и, в принципе, мне кажется, эта технология вполне себе лицензируемая для браузерных и для десктопных игр. Free-to-play. Аплодисменты!